все равно нет зубов, оно пластмассовое. Это все, и вот эти большие чашки и чайник вот такой, это все с другого набора. И вот это. Вот тут вот духовка, а тут уже, ну, чтобы посуду. Вот, посудомойка. Вот каша. Вот, смотрите. Вот. Видите? А тут вода. Такая большая кастрюля, тут есть дырочки, она так кипит. Сейчас я вам покажу. Что делать? О, какой захватил. Уже вода зацепила. Сейчас выключу и кашу сосу. Все, кашу сосу. Смотрите, вот какая классная. Все, надо, наверное, выключить. О, какая. Наверное, пустая. Смотрите, девочки. Дальше мы будем делать какао. Сейчас поставим на какао. Чайник закипел. Сейчас я буду заливать какао. После ружка достанет на какао. Все, это настоящее какао. Сейчас я проверю, нет ли там кумушек. То они могут забиться там. Нет. Значит, нужно давать. Блинный рай делать. Так, подожди. Я только что налила. Так, сейчас. Вот какой блинчик. Все, я ложу опять в посудомойку. Сковородку. Да я снял блин уже. Все, обед готов. Устал уже кормить детей. Сейчас я за дверью сделал слиняк. Сейчас мы только слиняк тебе один. Чтобы ты не запачкался. Это красивый котик, потом стирать надо будет. Настоящая машина стирает.
если тебе можно кормить хлеба. Потому что родители. Все детей я накормила, теперь можно и отдохнуть, и кофе попить. Сейчас я тебе только сливочек сниму. Все дети, а вы пока пойдете посмотрите. Только один. И все. Слушай, ничего нет. Какого бисквита? Вот он будет и отдохнуть. На кухне есть холодильник. Сейчас я его куплю. Так, тут у меня есть макароны. Настоящие, кстати. Сейчас я его куплю. Вот такие вот макароны. Они копию купил чайники. Вот такие вот бантики. И тут тоже бантики. Ну, после завтра оно было пустое. Да, оно после завтра было пустое. Как это? Ну, тут должны быть печеньки, но потом я насыплю. Увидят, будут там настоящие печеньки, я вам потом покажу в следующем видео.